Лекция на тему правил проведения допроса. Допрос состоит из нескольких этапов. Первым это вы должны сделать это, узнать личность допрашиваемого. После этого агент должен выяснить необходимые данные о личности допрашиваемого, убедиться в наличии или отсутствии факторов, способных влиять на его позицию в уголовном деле. Содержание его показаний свидетелю могут быть заданы вопросы о его состоянии в момент получения сведений, относящихся к предмету допроса, присущих ему особенностях запоминания увиденного или услышанного и прочее. Допрос по существу целесообразно начинается с предложения рассказать все известное по делу, предоставляя допрашиваемому возможность самому определить круг обстоятельств, по которым он готов дать показания. После рассказа допрашиваемый один из агентов задает ему уточняющий и контрольный вопрос, чтобы добиться получения максимума интересующих его сведений и убедиться в достоверности сообщаемых данных. Вопросы есть какие-либо? Ну, ты, кстати, нет, каждую лекцию лучше и лучше начинаешь уже рассказывать. Это вопрос или что? Не-не-не, это просто. Нет вопроса. Вопрос... Всё, понял. Нет вопроса. Цена это сначала ты запоминался?